Группу контрабандистов задержали на казахстанско-узбекской границе. Масштабную спецоперацию по пересечению криминальной деятельности на таможенном посту Кызыгурт в Туркестанской области провели МВД совместно с КНБ. Как выяснилось, группа лиц, используя связи, незаконно ввозила товары по поддельным документам. Такса за въезд одной машины составляла до 200 тысяч тенге, в зависимости от ценности груза. К слову, за сутки через пост проезжало до 150 машин, и группы изъяли крупную сумму денег, огнестрельное и холодное оружие, записи учета черной кассы, паспорта иностранцев и специальные технические средства. Начато досудебное расследование. Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему. Одновременно проведены обыски, в ходе которых изъята крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета черной кассы, паспорта иностранных граждан, специальные технические средства. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.